Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 112 на странице 84 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Прочитайте стихотворение Бойко. «Вела поля, вала в поле, с поля вол, полю вел». Запишите каждое предложение стихотворения в строку. Какие слова надо писать за главной буквы? Объясните свое решение. Первое. «Вела». Первое слово предложения пишем за главной буквы «поле». Это имя девочки пишем за главной буквы. «Вала в поле». Точка. С поля вол, полю вел. С. Первое слово предложения за главной буквы. И имя девочки поля пишем также за главной буквы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.